Россия – хороший друг Китая. Президент Путин и глава нашего государства Си Цзиньпин также являются хорошими друзьями. Я думаю, что две страны могут иметь более тесное и дружеское сотрудничество. Это позволит народам обеих стран жить еще лучше. Визит Путина определенно указывает не на то, что существует необходимость в сотрудничестве. Китай по-прежнему поддерживает отношения сотрудничества с Россией. Они нужны нам, и им тоже нужна наша поддержка. Я думаю, что одним из аспектов дальнейшего сотрудничества будут финансы, а другим – природные ресурсы. Нам определенно нужны их ресурсы, а им – наши. Россия определенно нуждается в наших финансовых ресурсах, учитывая ее отношения с Соединенными Штатами Америки. Мы также надеемся, что приоритетом будут наши национальные интересы. Я не особо слежу за визитом, но в частных беседах мы чувствуем, что международные отношения Китая сейчас не так хороши. Китай очень сближается с Россией, и я не думаю, что это хорошо. Почему вы так не думаете? Из-за ситуации с войной на Украине. Какую позицию во всем этом на самом деле занимает Китай? Президент России Владимир Путин прибыл в КНР с двухдневным визитом для переговоров с Си Цзиньпином по Украине, Азии, энергетике и торговле.